В Мелитополе Запорожской области произошел теракт возле здания пророссийского холдинга «Замедиа». По данным очевидцев, взрыв раздался около 8:40 утра, когда сотрудники канала шли на работу. Предположительно, утили центра подорвали начиненную взрывчаткой машину. Мощность составила 1,5-2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Пострадали 6 человек, сотрудники холдинга. Вскоре, несмотря на последствия теракта, журналисты вернулись к работе. На место прибыл и врио губернатора Запорожской области Евгений Болицкий. Он пообщался с сотрудниками. Сотрудниками «Замедиа» и местными жителями. В ближайшее время мы устраним неполадки, все, которые причинены, все эти повреждения. Людей пока отселим, всех журналистов, которые работают. Нам важно, чтобы телекомпания продолжала работать. Чтобы мы все понимали, что ни радио, ни телекомпания, никто не сломился, никто не испугался. Здесь труса нет, все трусы уже выехали. Нас не запугают. Да. Мы продолжаем работу.